Всем привет, друзья! Значит, с вами, как всегда, Драйв 51 Рус. Сегодня у нас на обзорчике, как и обычно, версия игры Spinterest 03.0.3.16. Покажу вам, один хороший человек предоставил для обзора приватный мод. Хотя бы, чтобы вы знали, что какие моды существуют, на каких модах народ катается на приватных. Значит, сделаем такой легенький обзорчик. Кто автор мода, совершенно без понятия, человек, который предоставил. Ну, значит, данный мод тоже не скажу, кто попросил не говорить, иначе просто бы я не сделал бы этот обзор. Поэтому, скажем так, все неизвестно. Вопросы всякие различные, кто предоставил этот мод там, да, кто его сделал, можете мне не задавать, потому что не знаю. Да если и знал бы, не сказал. Так что вот так. Значит, давайте начнем тестировать. Значит, у нас на обзоре будет мод приватный VTS Harp R. Автомобиль на базе, я так понимаю, газа. Вот. Это получается из серии, как Урал Полярник. Там вот они специально выпускались. Ладно, давайте начнем. Прокатимся, посмотрим на данную модельку. Моделька вообще прикольная, обалденная, конечно. Что еще могу сказать? Ничего не могу сказать. Пробовал прокатиться для обзора. Очень понравилось тут, значит. Вариация рыжий он и синий. Я даже не знаю, давайте сначала пересядем на синенький, значит, тут борт присутствует, значит, с аддонов. Будет сам тент. Вот такой вариант. Так, борт цистерна. Так, цистерна евро. Ну, это все как бы, я так понимаю, что дефолтные аддончики подписаны. Защита, запасное колесо, даже прописка видите. Маячки, прицепы пошли. Все дефолт, значит, еще такой вариант колес. Мне так больше нравятся вот такие, как шушиговские, газоновские. Ну, кстати, эти колеса, по-моему, реально, я видео на канал тоже выложил, ребята, можете посмотреть, как бы эту модельку экспериментальную, там она вживую есть. Видео на канале, так что можете посмотреть на данный автомобиль, что он действительно такой существует. Значит, так, ну тут, по-моему, видите, вообще это от газона прицепик, видите, как сделали прикольно. Смотрится прикольно, что можно сказать. Ладно, давайте оденем сюда цистерну, сядем на рыжий. Поедем, ну, по виду все те же самые аддоны. Значит, только борт у него тут цвет кабины. А так все то же самое. Маячки. Это защита, маячки. Ага, вот видите, как маячки ставятся именно туда. Немножко не прописан. Ну, да ладно, бог с ними, Так, значит, колеса также тут. Два варианта такие. Ну, мне нравятся вот такие. Поедем на такие. Значит, присутствует вид с кабины. Тоже все тут обалденно. Анимации вроде нет. Водила сидит. Ну, давайте заводить его еще. Звук у него свой. Такой обалденный, скажем так. Ну все, и погнали. Гудок присутствует. Поехали. Так, надо было, наверное, сделать, подождите, скрин. Хотя ладно, бог с этим скрином, потом я сделаю отдельно. Поехали, значит, как и обычно. Куда мы можем тут поехать? За дровами.
Ну, аппарат, конечно, смотрите, вообще зверюга. Это не машина, а танк. Спасибо человеку, что предоставил для обзорчика мод еще раз. Мод обалденный, автора, конечно, не знаю. Может, он и говорил, но не помню, кто автор. Значит, по данному моду вопросы не задавать, где его приобрести. Просто идет обзор приватного мода, какой он есть на самом деле. Где его приобрести, не знаю. Ищите по группам, ребята. Я думаю, что, наверное, где-то, возможно, он и есть у кого-то на продаже там. Вот самого автора. Кто автор, еще раз повторю, не знаю, кто автор. Вот такие вопросы мне задавать. Мод мне дан был только чисто для видеообзора. Что он сам по себе такой вообще есть. Ну вообще, по-моему, даже у него жопа должна шевелиться, как у Кировца, отдельно осью должна идти. То есть, не помню, там на видео что-то не посмотрел. То есть стоит борт, груз скидывается, грузится. Ну, погнали, доедем до лесоповала. Вообще, конечно. Ну вот еще на них должны быть вообще, по идее, там в реале, по-моему, колеса, вот как на Урал полярники там такие. Низкого давления, широкие. Аппарат, конечно, даже зачет вообще. Как бы что-то такое новое. Ни КРАЗы, ни КАМАЗы. Ну, ребята, видите, данный мод существует, значит, ищите, где-то его, наверное, найдете. Как бы, как это сказать правильно? Даже не знаю, как сказать. Короче, где-то есть данный мод. Потому что все равно приватные моды, как бы они где-то у авторов. Ищите мододелов, там, значит, спрашивайте, если что, у них там, где такой мод может быть, у кого или кто автор там данного мода. Вот, сейчас поедем, скрин делаем. Где-то тут на травке хорошо его можно залепить. Вот видите, дефолтная карта, а косяк какой, все в квадратах. Когда уже тут что-то хотя бы изменится? Ой-ой-ой. То есть по поводу данного мода можете, ребята, блядь, спрашивать. Ничего вам не знаю, ничего не скажу. Просто вот есть он такой, как есть. Дали мне для обзора. Значит, для обзора мы его и снимаем. Красава, конечно, такой, блин, что-то он такое свежее, новое. Спасибо еще раз человеку, который предоставил данный мод для обзорчика. Я думаю, всем это будет интересно. Ну, парад, конечно. Вот это, блин, машина. Такие ВТС, наверное, они делают для труднопроходимой местности. Он даже, по-моему, вот этот в реале вездеход, он плавает спокойно, то есть он там по льду чешет, по воде плывет. За счет винтов у него нет, за счет колес у него там идет, гребет он на плаву. Его держат вот эти здоровые большие колесики. Конечно, тачка вообще монстрила такое. Не ожидал я такую, как бы, встретить с кем-то. Ну, видите, есть. То есть люди где-то заказывали у кого-то самодело.
данный автомобильчик. Звук похож, ну не дефолт, но газоновский. Вообще, наверное, они, по идее, должны быть дизельные, наверное, моторы. Вот на видео там я видел, что дизельный мотор в реале стоит, по-моему. Что-то его раскачало, дорогие мои. Это, блин, конечно, аппарат. Он едет, он летит просто. Ха. Обалдеть. Это, блин, точило. Просто жесть. Вваливает. Не по-детски так. Такое ощущение, что, по-моему, едет как по асфальту по этой грязи. Да, видите, ребята, есть, оказывается, хорошие, обалденные моды по сравнению с дефолтом. Многие мододелы, ребята, делают, выкладывают. Кто-то продает, но все равно потом их выкладывают в итоге. Все в итоге приходит к тому, что их все-таки выкладывают. Как бы я думаю, что это дело времени только. Понятно, что, естественно, человек, который делал мод, хочет и денег заработать за свои труды. Я считаю, это правильно. Сделал, продал, понятное дело. Я бы, если бы умел, тоже бы поступил так же. Как бы любой труд, он должен, по идее, оплачиваться. Но все равно, рано или поздно, данный автомобиль, наверное, вы, ребята, увидите все, потому что всему свое время. Я не говорю, что я сливаю моды. Вообще, одно могу сказать, ни одного мода не слил ни разу. Поэтому просто сама статистика уже, как бы, я уже как сам варюсь, как бы, в этой игре, да, тут, в этой каше, тут многие, как бы, любители и фанаты данной игры прекрасно знают, что все приваты, рано или поздно, я думаю, они оказываются в спинке. Просто человек, который сделал там, или, ну, в одного он катается. В одного неинтересно кататься на данных моделях. Да вообще на любых моделях. Можно год кататься, два, или просто его. Либо его никто никогда в жизни не увидит, либо в итоге он кто-нибудь, какая-нибудь добрая душа, выложит. Может, даже сам автор выложит, неизвестно как. Это я уже свои мысли вслух говорю. Ну, конечно, аппарат. Аппарат, как бы, достойный такой, заслуживает внимания. Странно, что вот я, как бы, даже и практически нигде в группах о нем не видал, не слыхал. Может, не лазил просто в те группы, где он есть, о нем информация. Ну, как бы, вот, один добрый человек предоставил для обзора аппарат, как народ посмотрел. Ну, я считаю, что огромное, как минимум, спасибо. Еще раз повторюсь, автора не знаю данной модельки. Ну, конечно, аппарат зачетный. Читерский такой агрегат. Ух ты, сейчас я его положу, наверное. Нормально вроде. Это на базе, по-моему, газа 3808 или там 3308 Садко. Кабина вот похожа. Данный агрегат сделан. Ну вообще зверь, просто тачка. Штуки, все отличное. Давите с кабины прокатиться. Обалдеть.
звук, конечно, у него тоже, ребята, просто супер. Автор мода молодец, одно могу сказать. Мод замечательный. Интересный такой. Вообще просто. Танки грязи. Ой-ой-ой. Танки грязи не боятся. Ну вот я говорю, по-моему, в реале вот у него вот тут вот посередине рамы стоят, как на Кировце, там вот у него гидравлика, и должна жопа у него отдельно от морды ходить. Хотя и так, в принципе, обалденно. У меня и такой вариант был, вот, как игрока Финтайрес устроил бы, конечно, с удовольствием. Просто реально вот разнообразится. Да, мод вообще зачет. Ой, не туда, наверное, поехал я. Мод зачетный. Еще раз, ребят, повторюсь. Автор молодец, спасибо автору за прекрасную работу такую, да. Спасибо человеку, который предоставил мод для видеообзора. Ну, естественно, ребята, ищите мод. Кто ищет, тот всегда находит. Я думаю, что в принципе, раз вот я еду на данном автомобиле, то, значит, этот мод реально существует. А раз он существует, то его можно, естественно, найти. Так что вот, ребята, при желании, как говорится, можно и горы свернуть. То есть вот у нас такой рыжий, а еще на синий пересянин. То же самое, только по цвету он, видите, другой. Держим кабину, поставим борт. Ну, такие два добрых монстра такие. Ох, надо было ему даже вот этому, может, синему колесу поставить другие. Давайте поставим другие колеса. Мигалки снимем, нафиг они нужны. Мигалки, колеса, смотри. Как поставить красивенько для скрина. Поставили сейчас все. Рыжим тут подгоним немножко. Вперед. Упс. Легенькая ДТП-шечка. Ну, я думаю, наверное, так и бахнем скрин. Только, блин, камера это. Ёкарный бабай. Да японский городовой. Да ешкин кот. Вот я не знаю, давайте сможет синего получится лучше. Давайте еще из салона чпукнем в разок. Ой, полная мама. Так. А вот как-то так синего вроде лучше тут все. Это дело нужно сделать. О. Киндерин. Что же? О. Так что ж так, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Будем стараться вам предоставить по возможности обзоры модов, которые, значит, что-то свежее, новые доработки. Ну, лично я так доработки сам люблю, поэтому кому нравится, подписывайте группу на канал. Естественно, я все это делать буду выкладывать по данному моду. Значит, мод Harper предоставлен был одним хорошим человеком. Естественно, видео было снято для обзора, чтобы хотя бы имели представление, что вообще и на чем народ катается в данной игрунке в спинтайлисе в нашем.
гусениц мы нормальных еще дождаться не можем, но видите, есть хорошие мододелы, которые делают хорошие моды. Спасибо всем вообще мододелам моды, потому что без них так, и игра была бы мало интересна. Ну, за счет новых модов это нас, конечно, немножко радует и поддерживает. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем удачки, пока. Я думаю, у кого есть желание найти мод, то данный мод реально найти, как бы, если это мод не от автора, и если автор продает его, то я думаю, что приобрести можно и найти его где-нибудь под руку. Так что, ребята, всем спасибо еще раз за просмотрики. Всем удачи. Пока-пока.